Приветствую вас, любители картинга, чемпионата МКС, третий этап на ДМ Рейсуэй. Это финал H. Давайте посмотрим, кто как стартует в квалификации. А с pole position стартует Александр Куртиди, рядом с ним Денис Синицын. Это оба частные пилоты. Кстати, стоит заметить, что в этом финале все пилоты Лайта, кроме одного, которого наказали за то, что не совпал у него вес на повторном взвешивании, но об этом после. А далее второй ряд: Дмитрий Кобзарев, Stop and Go Motorsport, и Денис Климов, частный пилот. Позади них Александр Ермолин, частный пилот, и Андрей Жданов, Arriva RT. А далее Анна Лютова, Капсула Киллерс, и еще один частник — Василий Королев. Очень много, кстати, частных пилотов в этом финале. А далее две линии частных пилотов. Это Илья Уральский, Артем Унгурян. И позади них Ефим Жданов и Александр Кривенко. Еще один частный пилот. Следующая линия — это Валерия Горячева. И рядом с ней Арсений Надоров из команды на расслабоне Racing. Следующая линия — это два Александра. Один Меркулов из команды Аврора. Второй частный пилот — Александр Громыхин. И последняя линия — это Алексей Макаров, частный пилот, и пилот ZD Racing, и пилот Абсолюта Данил Жучков. Вот тот самый, про которого я рассказывал. Придется ему прорываться отсюда. Неизвестно, доедет ли он до финала А. Но посмотрим. Ну что ж, пилот пока в боксах, но уже вскоре поменяем мы картинку. Видите вы, вот он, старт сейчас будет. Маршал уже идет с лагом, и давайте смотреть. Мы все в предвкушении старта, давайте стартуем. И поехали, некоторые пилоты проспали старт. Илья Уральский, кажется, был одним из них. Но вроде бы не сильно он потерял. Первый поворот прошли без столкновений. Кто будет здесь? И здесь и разворот. Первый разворот у нас — это Ермолин. Возвращается он сразу же. Тебя развернули, что ли? Кто у нас топ-3? Куртиди, Синицын, Кобзарев. Так у нас все выглядит. А Жучков уже в середине пелетона. И Валерия Горячева, посмотрите, тоже вслед за Жучковым также прорывается. А здесь атака на Синицына. Проходит его Кобзарев. Там позади тоже борьба идет. Сейчас пока еще не успели растянуться сильно пилоты. Здесь за третью позицию. Какая борьба активная. Сейчас мы здесь посмотрим, кто же на третье вышел в итоге. А вот он, Андрей Жданов. Андрей Жданов и Климов, они проходят Синицына. В итоге теряет он позиции. И Жучков как-то прям с контактом проходит Ефима Жданова. Королев перед ним. Но похоже, что сейчас и его он тоже сразу пройдет. Медлить не будет. Видно, насколько Данил быстрее. Нам продолжают показывать лидеров. Здесь пока нет борьбы. И вот здесь, ой-ой-ой, разворот, Илья Уральский. Жучков тем временем прошел Королева. Вот здесь в этом повороте вы, если видели. Что ж, первая тройка у нас пока не меняется, но Жучков уже очень близко. Андрей Жданов атакует Королева. Проходит его еще до поворота. Куртиди, Кобзарев, Андрей Жданов, Климов и Жучков. Так выглядит сейчас топ-5. А тут у нас Ермолин атаковал было Меркулова, но не удалось. А у нас тем временем двойной обгон. Кобзарев проходит Куртиди, а Жучков проходит Климова. И не стал долго ждать Жучков. Он уже бросается в атаку на Андрея Жданова. И проходит его. Вот так и Жучков уже в топ-3. Ну, конечно, огромная пропасть между пилотом Абсолюта и пилотами Лайта. А у нас тем временем Алексей Макаров заезжает на пит-стоп.
Видели мы в дайджесте этого пилота, он дебютант. И Кобзарев смог немного оторваться от Куртиди, а Жучков напротив его догнал и скоро будет атаковать. Там позади тоже борьба, Климов атакует Андрея Жданова. И там Кобзарев заехал на пит-стоп, а Жучков атакует Куртиди напрямую и проходит. Жучков лидер. Вот мы видим пит-стоп. И все ближе подбираются Жданов и Климов в группе лидеров. Там Ефим Жданов тоже на пятом месте, он также недалеко. Сзади Синицын, там уже чуть больше. Василий Королев на пит-стопе. И следующим на пит-стоп вот так вот лихо заезжает Денис Климов. Потерял немного времени, не смог сразу на кнопку нажать. И Арсений Надоров сразу же за ним. Непонятная тактика. Похоже, Арсений не понимает, что нельзя проводить пит-стопы вдвоем. Пытается нажать кнопку, но вот команда ему вроде бы что-то объясняет. Это провал. Здесь плотная борьба. Лютова, Ермолин и Уральский. Два пилота, которых развернуло в начале гонки, вот собрались они вместе. Сейчас позади Анны едут. Валерия Горячева меняет машину. Дождались мы этого момента, когда Андрей Жданов начнет атаковать Куртиди. Пока ничего не удается. Горячева уезжает, а на пит-стоп заезжает Анна Лютова. Александр Кривенко в боксах. И Александр Меркулов следующий. Возвращаемся мы на трассу. И там Унгурян чуть было не теряет машину, и проходит его на круг целая группа. Следующий Александр Куртиди останавливается. Климов после пит-стопа продолжает впереди ехать Андрея Жданова. Ефим Жданов тоже недалеко уже. А здесь отдельная группа борется. Унгурян сдерживает Королева и Синицына. И Синицын попытался было что-то сделать, но не хватило ему скорости. Илья Уральский заезжает на пит-стоп. Александр Громыхин следом за ним. И приходится ему ждать. Не выехал еще. Следующий пит-стоп. Денис Синицын. Даниил Жучков на пит-стопе. Вот уже лидеры поехали, а значит, конец гонки близится. Произошла у нас смена оператора. Ну и, к сожалению, вот не так активно пользуется оператор зумом, поэтому придется нам немного угадывать, кто есть где. Видим мы выезд Жучкова, точнее не видим, но где-то он там вышел. И вот Андрей Жданов заезжает также в пит, тоже меняет машину. Уже практически все пилоты здесь побывали. Там у нас Климов, по-моему. Так, а здесь Жучков. Жучков атакует, проходит Надорова и Макарова. Вот здесь на прямой. Это уже на круг обгон. Успешно он прошел, никто ему не помешал. Ну и благодаря пит-стопам немного перемешались пилоты. А там сейчас Куртиди с Андреем Ждановым позади борется. Еще один Жданов, Ефим и Климов.
Они сейчас идут недалеко от Меркулова. Меркулов также он проигрывает им круг. Будет проигрывать, как только они его пройдут. А здесь Климов, мы видели, немного зацепил обочину и чуть был не вылетел. Также у нас еще одна группа горячая. Вот, кстати, как раз видим мы оба Жданова. Здесь проходят кругового. А Горячего, она сейчас едет в компании с Надоровым. Также там идет борьба. Ну и, собственно, нет какой-то такой сильной активности, поэтому, ну, опять же, скоро финиш гонки, поэтому давайте, предлагаю вам уже огласить результаты, посмотреть, что почем, кто где. А итак, пилоты сделали в итоге по 34 круга. Один круг проиграли Лютова, Кривенко, Меркулов, Надоров, Макаров, Громыхин и Горячего. И два круга проиграл Гурян. А что касается героя гонки. Ну, кто-то скажет, наверное, Жучков, но я думаю, что Жучкову было довольно-таки легко здесь оказаться впереди, как я уже говорил, пилот Абсолюта, пилоты Лайта очень сильно отличаются. Поэтому, наверное, все-таки герой гонки это Андрей Жданов. Очень много борьбы у него было. Был шанс перейти в следующий финал, но, к сожалению, штраф отбросили его. Об этом позже. Лучший круг у нас 40,336 тысячных у Данила Жучкова. Самый быстрый пит-стоп мы решили вот так посмотреть по времени круга, когда совершался пит-стоп, где меньше всего заняло времени, и огласить это как самый быстрый пит-стоп, он у Александра Ермолина на этом финале. Что, возможно, помогло ему подняться так высоко после этого разворота в начале гонки. Теперь по штрафам. 5 секунд за провоз соперника и предупреждение за нарушение границ трассы получает Ефим Жданов. 5 секунд за обгон с ударом получает Александр Куртиди. Предупреждение за грубую езду у Дениса Климова. Предупреждение за нарушение границ трассы Илья Уральский зарабатывает. 10 секунд за то, что не нажал на кнопку на пит-стопе. И 5 секунд за обгон с ударом Андрей Жданов. Предупреждение нарушение техники безопасности, а также за неспортивное поведение. И плюс 5 секунд по сумме предупреждений получает Денис Синицын. Также 10 секунд за то, что не нажал на кнопку Арсений Надоров зарабатывает. 10 секунд за то, что не зафиксировал остановку на питлейн и за непристегнутый ремень. Последняя позиция в гонке Валерия Горячего. И 2 предупреждения за опасную езду получает Артем Мунгурян, но он в списках почему-то числится как дисквалифицированный. Не очень понятно мне, почему он там. То есть Горячего даже впереди него. Но, тем не менее, это так. Что в итоге получается? Получается, первое место у нас Данил Жучков, что вполне себе обосновано. Это было ожидаемо. Второй Дмитрий Кобзарев, третий Ефим Жданов, четвертый Александр Ермолин. Вот так вот не помешал разворот пилоту, все-таки смог он приехать на такой высокой позиции. Пятый Александр Куртиди, шестой Денис Климов, седьмой Василий Королев, восьмой Илья Уральский. Также разворот в начале гонки, но вот поднялся он до 8-й позиции. 9-й Андрей Жданов, 10-й Денис Синицын, 11-я Анна Лютова, 12-й Александр Кривенко, 13-й Александр Меркулов, 14-й Арсений Надоров, 15-й Алексей Макаров, 16-й Александр Громыхин, 17-я Валерия Горячева и 18-й Артем Мунгурян. Так вот у нас расположились пилоты, но очень быстро вам все рассказал. Гонка еще не закончилась.
Ну, я так понимаю, уже вот-вот почти все. Поэтому я вам предлагаю просто насладиться, так сказать, остатками момента, финишем. Вот. А я с вами прощаюсь и увидимся с вами на следующем финале. До новых встреч, пока-пока.